Где мой вертик, суки? На нахуй! Чё тут? Кто тут хочет войны? Как отсюда выйти? Темно, как в жопе у афроэскимоса. Ну и где вертухай? Где моя вертушка? Я вообще пешком не буду ходить, я поеду. Ох, нихуя себе. Шеф, меня подождите. Здрасте. Поехали. Ты где? Я сел. Да. Я по кошке залез. Надо квест. Но основной, наверное, не убивай. Давай вторичный сделаем. Так, есть какая-то подготовка. Это основной. Клатч Никсон. Радарная станция Коми. Может, на это? Ну смотри, чтобы там это, мы по стелсу только захватываем. А что ты выбрал сейчас уже? Радарная станция Коми. А, у нас там не захвачено, там надо типа будет по стелсу. Ну да. Или что ты хочешь? Ну что, мы высадимся тогда там? Или зов природы, пока мы на вертолете. Чуть да, ниже думаю, смотрим. Может, зов природы действительно. А что там надо? Такими хочешь, чтобы уничтожить все манки, волков? А, я их тут... Тут это хуя, кстати. Их тут это, две точки. Даже три, четыре точки, чувак. Ну можно полетать че. Ну давай, ладно. Как, да, как раз вертушку взяли. Ладно, ладно, лети, смотри. Где, кто? Получил пизды, короче. Получи пизды. А как мне сесть? Во-во-во-во-во, смотри. Олох! Вижу тебя на камерах. Грандвью прямо к северу отсюда. Шевелись. Да. Назад! Бегут. Пусть бегут, неуклюже. Понял, по нам стреляют. Так. Блин, как же пиздать на большом манике? Бля, я до сих пор тащусь от этого. Ну такие игры как раз муник вообще заебись. Топчик. А это попадание, честно? Или мёд? Да, походу, на по нам стреляет. Только я забыл, как стрелять с ракет. А, о, капи, сесть. Сесть. Мамин, Аня, папин бродяга, мамин симпатяга. Парень молодой. Поехали, ладно. Как с ракет стрелять, не помнишь? Не. Бейджампинг. А, вот он, бейджампинг. А, я помню, мы в прошлый раз же прыгали со скал в конце. Вон какая-то хуйня, чувак, есть. Тот манок, что ли, был? Ну, наверное, не знаю. Вали его. Ну, я вроде уничтожил. Считалось, нет? Не, нифига. Какие-то петухи стреляют. Спуть мне их, чувак. Где они, бля, я не вижу. Я тоже не вижу. Ну через бинокль смотри. Ты справа сидишь или слева? Я справа могу, слева. А как бинокль открыть-то? Б, наверное. Нифига. Он, походу, тут не достает его. Доставал же у меня. А ты где сидишь-то? На пассажирском сиденье? Да, ну я сзади. Он должен доставать, я помню, меня доставал. Смотри настройку. А, во, нашел, Z. Z. А, Z. Ну ладно, я уже улетел. Так, ну она не это самая. Че, нет? Нет, не уничтожил.
А, ну, значит, надо высаживаться. Да, надо чекать. Ну, там за... чуваки какие-то были, блядь. Надо их заспотать. Да, 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 давай, сейчас это. Сейчас я присяду. Где они? Я вижу, красное что-то есть. А, во-во-во, кто-то бежит. Это волки, что ли? Кто вообще не спутается? Все, все, я, по-моему, перехуячил, там волки были какие-то. Садыс. Местные собаки, на. Ну, типа, манки волков. Типа, волков поманивает. Кто там, кто там? Кто-то уже палит нас, не знаю, не волки. Вот они, сука. Вот он. Испорченная шкура, их разъебал, короче. Но они за них много не дадут. Порченная шкура. Да, шкура. Походу вот это вот надо вот эту хуйню ебнуть. А, и взорвать надо, вот эту вот хуйню надо было. Бай. О, бля. Ну что, засчитали? Ляня, а что тут? Давай посмотрим, что тут интересно. Бать, их клеток цени. Чего, волки? Стрельба какая-то. Ага. У меня М249 с глушаком, блядь. У меня УЗИшка. Глушаком. Вот тут чемодан есть. О, тут есть эти самые патроны эти, как его. Слова. Нафтик. Да, я взял. Ну чё, Паш, полетели. Это странное место какое-то, да, типа, блядь, просто 2 секунды тут. Палит тут, блядь. Волки, наверное. А, вертолет, смотри, вертолет. Назад, говоришь, бинокль или как? Да. А у меня нет назад. Странно. Может, я двигаю кнопку? Вы можете, где, кстати, Б? А где вертушка? Я не вижу вертушки. Блин, на N, походу, убирать оружие. Ну я на Z нажимал. Вот. Цени, вот и бинокль. А, у меня на мышку точно. О, вон, чуваки подъехали какие-то. Где? Заспать. А, нет. Кто это орёт, блин? Это животное? Слышь, пердит кто-то, блядь. Да-да-да. На лося похожий звук. Ну, типа, чё, типа лоси в брачный период. Повезти, не? Ладно, давай, садись, не. Повези меня. Так, едем на следующую точку, тут недалеко внизу прям. А да, ты можешь, кстати, с вертушки сейчас. Во-во-во, летит, едет. Гнида, бля. Гнида! Черная жопая. Ну или бело-жопая. Не столь ра. А если, например, я белый и обзываю белых, я расист? Нет. Почему? Белых вообще не расизм, раз за это обзывают. С ними можно все, что хочешь сделать. Угнетатели, короче. Да. Черт. Не пойти на где-то в горах вообще. Нычка какая-то за скалами. Нычка. Хуйчка. Там вот избушка какая-то. На твоих ножках. Давай, залп. Не работает. Там нужно там какой-то этот самый баки с топливом где-то должны стоять. Вот по ней надо попасть. Да, скорее всего, с другой стороны. Чуть-чуть, да, левее, еще левее. Вот он там, он наверное, где-то. Нет, не работает. Да? Тебе надо распуститься будет, короче, выйти. А, не очень. А, вот не да. А ты можешь стрельнуть? Сейчас, подожди. Зависни. Пулемета лучше. О, ништяк. Погнали. Как говорится, не спускаясь. Так, я теперь... по 4 километра, нахуй. А, в самом начале карты. Неохота сейчас просто стелс-миссии делать. Там геморрой на эти точки захватывать, я помню. Два готовы, два осталось. Продолжай. Продолжай. Ты не разрешаешь? Кто там, блядь, уебывается сзади? Не знаю.
Не вертушка какая-нибудь? Не знаю, это запалил. Я видел. Слева кто-то. Ладно, летим. Я племяннице, кстати, своей давал в Far Cry поиграть в пятый. И чё? Ну ей понравилось, это типа какая игра, говорит, классная. А сколько ей лет-то? Лет 8, наверное. Нифига себе. Она что-то бегала по лесу, упалась там, короче. В речке, говорит, ну это красиво. Ну да, игра красивая на самом деле. Что есть, то есть. Опять скала какая-то впереди цени. Это как я помню, с Олегом играли в это, в охоту. Ну, чисто бегаешь, это зверей убиваешь. Вот что-то бежали до какого-то места за оленем. Потом читает ему манки, всякая хуйня, там аккуратно ползли к этим самым, к этому оленю подползали, он 5 раз убегал от нас. Потом в итоге его где-то загнали, этого бешеного оленя. И на нас напал медведь. Олега сожрал, я стал убегать. Еле убежал, ну, сдох от потери крови. Все заебись. А бегали часа, наверное, 3 по этому лесу, вообще ни одного зверя не видели. Что-то зайцев видели, каких-то там, не знаю, уток, блядь. Но убить один хуй не смогли, ни зайца, ни уток. За линию бежали все. На зайца нужен дробаш, наверное. Там пиздец, вообще такое. Скорость нельзя набрать, да, с одной той же летит. Нормально, уже тысяча, уже 3 махнули километра. Да, 3000 километров пролетели. Это он, дамба какая-то, не видел? Это микродамбы, короче. Добывают электроэнергию. А ты видишь, с дистанции, короче, типа не рисается, не видно этот. Типа, он когда только подлетаешь, появляется, блядь. Этот баб, который стреляет. Угу. Сейчас опять так же заисни, я его раздолблю. Это вообще в лесу где-то, блядь. Какие-то трубы. Сейчас его. Ага, вот он. Так тебе нужно зависнуть. Блин, там эти стоят черти, блядь. Uh-huh. Кто это, блядь? Я попал, ебать. Ах ты пида. Блядь, быстрее заезжайся. Взорвал, не? Нет. О, хорош. Там выебывается, блядь. Вали их, вали их. Нахуй. Ебать, ты научился ракетами ебашить? Да, я на все кнопки жму, блин. По классике, блин, вспоминаю. Руки-то помнят, блин. Это, знаешь, как это условный рефлекс, это как я на машине научился ездить сейчас. Да, эти типа уже, не смотри, там, куда, какой скорость, вся хуйня, переключать, там, педали, газ туда, сцепление. Так это у тебя чисто взял все, рефлексы работал. Ну, как пожрать, не знаю, вилкой. Бля, оцени, короче, замок какой-то, ебать. Ну, кто такие, блядь? Ну-ка, зал по нему. На. Такие, прикинь, спали там мирно люди. Ты разъебал их. Ой, выехала тачка какая-то. Ебаш её, нахуй. Что-то он немножко обоссался, наверное. Блин. Так, нам сюда пока не надо. Скорее всего, тут будет эта миссия какая-нибудь. Ну мы их шуганули за. Мы дали о себе знать, такие, ах вы падлы! Бойтесь нас, бойтесь. Бля, здесь какая-то типа система. Сломанная, блядь. Все это было дорога какая-то. Так. Вижу, давай ближе и залетай по правому. Ну или так, о, с ракет разъебал, заебись. Нормально. Че, выполнилось? Уничтожьте моих волков. А че такое, 1.6? 1.6. Не понял, блядь. Я тоже не понял. Че за подстава?
Это другой, наверное, квест. Не? Нет. Тут... Зов природы. О, она пиздит. Значительный ущерб секте. Плохие новости. Осталось еще где-то 10 таких штук. Бля. Где они? Тебе придется найти их. Зибись, да. Еще не знаю. Давай другой, чувак. Сейчас, сейчас, подожди, я посмотрю. Они не показываются вообще нигде? Ну, он сказал, не знает. Вот и наркоманка. Ебаная. Можно с вертушками по это самое повоевать. Давай, а где? Вооружен конвой в горах. Поставь. Полетели, полетели. А потом, где тайник, есть радарная станция Коми, можно на нее будет слетать. Зачистить радарную станцию. По стелсу или как? Ну, как получится. Сначала по стелсу, а потом... Бля, красное что-то, короче. Это взорвать надо, что ли, чекало? У нас уже палят. А, это маяки для волков. Или нет? Ебать она, сука, мощная, нахуй. Да-да-да. Разъебал его, короче. И тот вариант хороший. Не, ну пока ночью, давай по стелсу. Чё это было, блядь? Где? Что? Чё-то пукнуло, я не понял. Не знаю. Не слышал. Ну, с первого раза мы точно не сможем, блядь, по стелсу. Не страшно. Переигрывать не будем, короче, да? Да. Просто потом зальем их свинцом. От них там дымится что-то. Война. Ох ты, блядь, что-то красное вижу. А, это эти, опять, наверное, собаки эти, волки. Тупо накрыл. Маяки для волков. Чёртов ангар. Ой-ой, давай вверх. Летим. А я все снимаю с камеры со своей. О, блять, это еще этот самый. Для волков. А у тебя есть этот самый гранатомет? С ракеты его. Повернись. Другой стороны. Этой? Нет, левой. Давай. Так. Не могу поближе. Блять, кто нажал? Так. Не, зависит. Так, зажигательными давай. Напалмом вжигай, нахуй. О, хорош. Нормально. А заметили?